Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Друзья, всем доброе утро. Да. У меня вот такой вот завтрак, зелененький, так сказать. У меня тут скрэмбл, авокадо, хлеб с семечками черный, сыр плавленый. Тут не и авокадо тоже. И сама Дженнифер Энистон обожаю. Просто ну и кофе. Такой вот завтрак. Вчера. Да, или даже я сегодня иду на стрижку. Я просто сделала утром, целый день ходила, занималась своими делами, и потом невзначай пошла на красную... Записался в Кукаяка барбершоп. Сделать сложно. Да. То есть, вот какие вчерашние волосы... Посмотрим, что они там сделают. Но иду на стрижку не из-за комментария на прошлом блоге, если что. Мне похуй. С пафосным платьем. Просто вот потому, что я хочу. Укладка, прическа, вот. Букли. Но я не хочу выбирать длину. Что-то с фиксацией. Просто хочу сделать какую-то форму, какую-то более-менее стрижку. Короче, не знаю, посмотрим, что будет. Тело, там еще не знаю, не придумал. Просто иду, и все. Платье работает. Очень вот. Хорошо. Как бы все подтянули, все подняли. Талию, так что такие планы на сегодняшний день больше много. Никаких. Маш, привет. Да-да-да, как Маша иногда еще показывает. Еще зайду в лайм, возможно. Колготки Баленсиага. Вот хочу посмотреть. Чтобы было видно, обожаю. Что там? Ну что, давай. Интересненького. Поставим 5. Мы хвалим, конечно. Ну все, может быть, что-нибудь вам поснимаю. Это хороший проходной образ для красной ковровой дорожки. Но и Дженнифер Энистон, опять же, не нужен айфоник. За вас. Уже зачем? Для вас. И смотри, вот длина платья. Смотрю, ровно 5. Как кстати. Идеально. Да. Продолжаем? Да. Прекрасное утро. Да, поехал на стрижку. Так что держим кулачки, что все будет ок. Ну и показываю вам свой лук, естественно, сегодняшний. Такой у меня лук. Лук-лучок. Такая сумка. Я просто сейчас снимал Reels в запрещенную социальную сеть, так что переходите. Надеюсь, он уже там есть. Вот. Приходите, смотрите, ставьте лайки. Что такое? Так что погнали. Погнали. Все, включусь уже, когда оттуда выйду. Ну что, друзья. Такая какая-то стрижка получилась. Ничего не понятно, потому что уже ветер все мне сбил. Ну, короче, пока непонятно, потому что на первый день после стрижки я всегда не понимаю. Вроде ок, но мне нужно самому уложиться, чтобы понять. В целом прикольно. Пришел, все хорошо, постригли, прекрасно. Так что вот такие вот дела. Сейчас я иду в цветной, опять свой любимый. Потому что у меня есть время, и я тут недалеко. Мне там нужно парочку дел сделать. И все. И потом я поеду в Плазу. Так что не переключайтесь. Сумочка. Пока. Потом покажу нормально, что у меня на голове. Конечно, по таким улицам хожу. Еще ни разу не было в Москве в таких улицах всяких непонятных, заброшенных, как будто бы. Такое вот. Надеюсь, кольца не стучат в этот раз. Короче, все, что еще сказать. Ум. Ребят, ну я, короче, пришел в лайм, как бы померить, да? Кстати, тут есть бомбер, очень похожий на ушатавский. Только в Ушатаве он стоит 30 тысяч, а тут 19. Двусторонний, как худи, а внутри как бомбер такой шершавый. Смотритесь. Белючек, все дела. В общем, сейчас пойду мерить, показывать вам. Показываю, кстати, прическу поближе вам сейчас. Чуть-чуть сделаю, ну, короче,
Мне ее уложили. Я ее по-своему еще уложу, покажу, но в целом как-то так. Ну, уже не такой обезьян. Короче, набрал вот вещей. Пришел все померить вот этот пиджак и вот эти вот топотульки. Но в итоге взял вон сколько вещей, сейчас все покажу вам. Такой вот обзорщик. Я, кстати, в джинсах лайм сегодня. Решил низ никакой не брать, в них померю. Короче, ребят, плюс еще в том, мои причесочки, что я могу убирать за уши. Но был такой запрос. В общем, я примерил такую вот кофту. Лонг. Такая легкая, даже прозрачная немножко. Просвечивает. Тут полиэстер вискоза. Выглядит прикольно. Такая на лето. Или под одевалкой очень классно будет выглядеть. Сейчас на 0,5 сделаю. Вот. И примерил топотульки. Выглядит клёво. Мне нравится. Такие вот. Немножко моржуры, мне кажется, напоминают. И у них еще пятка. Такая. Мне, конечно, носки смешные. Что можно их как мюлик надеть. Ну, типа, короче, мягкая пятка у них, вот. Очень удобно, прикольно. Мне нравится. У меня 44-й. Немного. В общем, вот такой вот лонгсливчик. Прикольно выглядит. Давай, что тут есть для рук. Но я такой не люблю. Короче, вот он такой неровный. В общем, вообще достаточно прикольный. Стоит, да, 3600. И одно из моих любимых, свойств, не знаю, как сказать. Я беру все вещи, самые большие. Это на мне 2XL. И все это остальное тоже самый большой 2XL, 2XL. Короче, супер, что в лайме есть 2XL. Потому что мне нравится, когда вот так. Все вообще огромная рвань. И вообще в целом образ вот уже прикольный. Летом погнали. Короче, мне нравится. Сейчас померю пиджак. Короче, ребят, тут срочно пылесосить, надеюсь, меня слышно. В общем, я примерил такой пиджак. На мне 2XL, естественно. Сейчас он, мне кажется, у всех блогеров, инфлюенсеров. Но сидит реально клёво. Мне нравится. Такой бомбический. Прикольный пиджак. Не совсем как будто бы классический. Да, хотелось бы черный, наверное, такой. Но в целом неплохо. Вот опять же с этими сандаликами. И вот с этой же кофтой я надел. Вообще супер. У него тут шерсть по-любому в составе. Но я не хочу искать ярлык, поэтому вот. 16 тысяч стоит пиджак. Неплохая цена для хорошего пиджака. Вообще мне нравится. Пишите, как вам, в комментарии. Ребят, ну это очень красиво. Я решил надеть кепку, чтобы лук такой немножко создать. Взял сумку. Это такое пальто, в таком, не знаю, какой оливковый, горчичный цвет. Выглядит очень классно. Сумка с моей вообще. Тут 50% шерсть, поэтому в целом пальто. Ну, сидит прикольно, такой силуэт вытянутый получается. Вообще, мне кажется, очень хорошо. Я также оставил топотульки, лонг этот. Взял вот свою сумку и кепку надел. Ребят, не сказал еще, пальто стоит 24 тысячи, что в целом приятно. Пишите, как вам. Мне очень нравится. Так, ребят, следующий лук, кофта точнее, такая... в разных цветах, как-то выкрашены по-разному, короче, выглядит прикольно. Но мне немножко смущает разрез, вырез вот здесь, как будто бы он такой широкий, не совсем мой, как будто бы. Но вообще прикольно выглядит, задумка тоже классная, у меня тоже 2XL,
стоит 6 тысяч. Ее на самом деле можно вывернуть и вот этой темной стороной тоже носить. Ну, как мне кажется. Хлопок 100%. Ну, все прикольно, не знаю. Ну, как будто бы вот здесь слишком. Не знаю. Так, ребят, я померил футболку такую рваную, драную, сраную. 4000 стоит такая вот футболочка, разодранная вам. Ну, в целом неплохо. Ну, как будто бы на вешалке выглядело это получше. Мне пока непонятно. Просто норм футболка. Приятно, плотно, 100% хлопок. Как вы поняли, эти тапотульки я уже не хочу снимать. Мне не очень нравится. Я их нашел на сайте сначала. И сейчас пришел вот сюда посмотреть. Клево. В общем, такой вот обзор получился. Пишите, как вам, пишите комментарии. И что из этого, по вашему мнению, надо брать. Мне точно понравилось пальто, пиджак, вот эта черная сопливка, вот эта кофта так себе, и футболка тоже непонятно. Ну и тапки эти, естественно. Всем пока. Такая вот красота. Ладно. На катке, кто хочет, можно еще покататься. Друзья, всем привет! Второй день нашего влога. Сегодня мы едем на Севастопольский рынок. Будем там скупаться, да? Ну да. Так, нарядились. На рынок-то нужно нарядными. Пожалуйста, женщина у нас нарядная. С сумкой. Все. Сегодня маленькими. Да. Но ты помнишь запрет от съемки? А я тебе не снимаю. Ну ладно, да. Я, кстати, не посмотрела. Короче, если получится что-то поснимать, то сниму. Но боюсь, что не получится. Потому что мы будем все в кольцах и ожерельях всяких разных, безобразных. Сегодня надел очки, как ободок. Потому что солнце через час уже не будет, пока мы едем в метро. Ну все, так что такие вот новости. Ну, опять я соединю вкус очень для... Ребят. Абсолютно противоположно. Ну, тоже, да? Да. Ребят, мы пришли, короче, в китайский забегаловку. Надеюсь, тут очень вкусно, но, судя по отзывам и по атмосфере, да, прям как в фанке. Так что сейчас будем заказывать. Такая вот вкуснота. Мы сейчас будем заказывать, покажу потом, что заказали. Вон кухня открытая. Так, там принесли первое блюдо. Говядина с луком, еще чем-то, короче, очень вкусно это на самом деле. Хотя выглядит, ну, так себе, да? Так что мы сейчас будем есть. Это очень вкусно. Лук прям вообще. Да. Просто ностальгия. Нам принесли. Сразу предупреждаю, порция огромная. Вот моя рука. Это рис с жареный рис с яйцом и помидорами. Это вообще мое любимое было в Китае. Просто огромные порции. Мы взяли вот это и по две штучки. 1700 вышло. Но мне кажется, тут вообще просто обжраться, умереть от переедания. Вот. Так что сейчас мы будем есть. И потом поедем домой. Потом покажу, что купили на рынке.
из украшений. Это получается 17 юаней вышло. Да? 1700? Да. 170 юаней. А мы ели это все за 17? Ну, одна порция здесь, 15. Ну, где-то 12-15 юаней стоило. С мясом 15? Ну, да. Пиздец. Наценка. Ну, тут, реально, вот кто хочет реально китайскую еду попробовать, ну, типа, настоящую. И атмосферу. И атмосферу, да, вот эту, то идите сюда. Куда? Короче, лапша Ланчжоу. Адреса где-нибудь здесь напишу. Ну реально, это очень вкусно. И прям, ну кто, конечно, ни разу не пробовал, хочет просто попробовать, то да. Кто не особо любит китайскую еду, как бы, ну и все. Все, мы будем есть. Увидимся уже дома. Ребят, мы сошли с ума. Сразу говорю, курение вредит вашему здоровью. Мы просто купили сигареты китайские, потому что, ну, попали в ностальгию, в такую, понимаете, и нам срочно захотелось покурить, вот они такие красивенькие. Надеюсь, меня YouTube не заблокирует из-за того, что я тут рекламирую сигареты, но я не рекламирую, если что, я наоборот против. Короче, очень вкусно поели, купили сейчас, по пару затяжечек сделаем и все. Так что вот такие вот новости. Сейчас пойдем в ТЦ-шку. Ребят, всем привет. Решил показать вам распаковку. Заказал себе триммер, потому что мой сломался. Я его пытался починить, но в итоге там что-то сломалась кнопка, и все как бы пошло не туда. Ну и какой влог без распаковки, правильно? Правильно. Вот. Так что вот такой вот триммер. Кстати, у меня еще новые кольца. Это как раз мы на Севастопольском купили. Хотел снять вам обзор, то, что мы купили, но Катя сегодня ушла в украшениях, вчера мы не успели, поэтому такой вот. Очень красивая коробка. Как новый iPhone почти. Тут еще пленка. Такой вот. Трюмер. Заблокирован. Оп. Работает. Обратную блокировку ставим. Показывается процент. Такие вот штучки-дрючки. Короче, вы поняли. Ну и все, комплектация. Вот такие вот насадки, которые мне вообще нахер не нужны. Зарядка, масло, щетка, как всегда, инструкция. Вот такой вот триммер мне пришел. Очень симпатичный, мне кажется. Буду бриться скоро. Все. Вот такая вот получилась распаковка. У меня 10:30 утра. Казалось бы, не так уж и рано, да? Но встала я час назад. Катя уехала на тренинг какой-то там по работе. Извините. Неудобно. И мы решили встретиться, позавтракать, сходить еще одни кроссовки я хочу посмотреть. Да, ребят, покупки не заканчиваются никогда. И все, потому что во вторую половину дня провести дома. Вот еще такое ожерелье, или как-то, не знаю, купили тоже там же на рынке. Я вообще не знаю, может быть, снять какое-то отдельное видео с украшениями. Только я не знаю, что про них рассказывать. Ну, типа, откуда они, что и как, и так далее. Не знаю, посмотрим, может быть, сниму. Напишите в комментарии, хотели бы вы такое видео. И, кстати, можете оценить сейчас мою стрижку. Она, конечно, не особо чистая, но, как сказать-то, с укладкой, как минимум, какой-то более-менее. Такая вот стрижечка у нас получилась. Ребят, не мог уйти, не показать вам свой лук. Поэтому оцениваем лучок.
все. Ребят, я, конечно, с вами попрощался, но посмотрите, какая красота. Как светит солнце. Невероятно. Ну и я, конечно же. Все. Ребят, убираю кроссовки. Как вам? Все, ребят, в общем, мы уже приехали домой. Я забрал ремень для сумки. На улице прекрасная погода, солнце стало к нам появляться все чаще. А это значит, что скоро все-таки весна. Все, еще раз с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Все, спасибо, что смотрите, вас люблю. Пока.